7 городов Верхневолжья примут участие в 9-м всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству. Об этом было заявлено на заседании Межведомственной комиссии по реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, в Западной Двине этот план по реновации центральной площади. Калязин заявил идею по благоустройству городского парка. Город Нелидово представил замысел создания на улице Горького и площади Жукова молодежного амфитеатра, навигационного, интерактивного стендов, арт-объектов «Шахтер» и «Луч». В Вышнем Волочке хотят сделать Ванчакову линию пешеходной. По Удомле предлагают создать арт-объект и установить современный остановочный павильон на улице Попова, а в Оржеве речь идет о благоустройстве части поймы реки Халынки. В Осташкове разработан проект по благоустройству Екатерининского бульвара и пруда.